Ты главное, оцени момент, что тебе укол будет делать человек, у которого руки хреново работают. Да, только в розинку не ткни. Понимаешь? Ну что, давай, обратный отсчет. Давай, 3, 2, поехали. Вау, я тебе прикольно. Говорил, а я тебе говорил, офигенно. Этот прибор вообще должен быть у каждого человека дома. Не, кайфово. Так вот твое оно. Ну, я почувствовал, но оно не больно. Да я вот, по-моему, почувствовал ты, когда только уже остановка происходила, да, вот замедление. Да, момент остановки только понимаешь. А так оно даже и не чувствуется совсем. Ну и щипит спирт. Ничего не щипит. Ничего не щипит? Вообще нормально. Вот иногда вот резко поднажимаешь, вот, чуть-чуть, да, чувствую. Вот сейчас надо чуть-чуть, иногда чуть-чуть. Но оно сразу чуть-чуть, отпускает. Чуть-чуть нет. Сначала, а потом, чтобы обезболивающее подействовать, а потом уже дальше давить. Да ты подожди, головой не крути, я тебе. Да я хочу посмотреть, сколько у меня там угла. Ништяк всего синала. Чувствую себя нормально. 5 секунд полет хороший. Отлично. Гагарин какой сегодня. Сегодня первый испытатель. Да. Видишь, какие вы молодцы. Он тоже как бы вот... Ну, женщинам страшнее, конечно, но... Ну и комбо-липен тоже ништяк. Ну... Оно первый раз такие устройства, конечно, выглядит жутковато. И кажется, что вот оно сейчас тебе сделает что-то такое. Что-то не переживёшь. От щелчка надо избавиться. Это важный нюанс. Ну да, в принципе. Он... О, вообще безбольно. Сам себе ушла. Пынька. Ну, я легко. Тебе говорил же. Потому что ты себе ткани не травмируешь, укол под прямым углом, под 90 градусов идет. И поэтому болевых ощущений намного меньше. Если бы ты, допустим, под углом ткальнул, у тебя бы повредилось нервных окончаний на коже больше. А так оно прямо тебе пынь. Ты не забыл камеру включить? Нет, все снимается. Все, ты теперь герой. Молодец. Ну что? Понравилось? Вот, теперь щипит. Нормально? Теперь спирт попал, ну, да. И теперь вот что-то щипит. Там. Ну, как ощущение в целом. Офигенно. Ну. Не, мне понравилось, не надо это. В лапку можно попробовать. Ну, кстати, ты пока сейчас здесь живешь, вот. Ты можешь кушать. Вот, все живы, все целы. Здорово, здорово. Классно.